Чин, дурак? Нет. Видимо, да. Какие 15К? Всем пламенный привет, дорогие друзья. Это ролик из вашей любимой рубрики про тупого автомеханика. А, ну да. И перед началом, конечно же, не забывайте про самый лучший промокод на бэкрашах, хэштег Лоренза. Который, кстати, вы можете активировать на абсолютно любом сервере и получить приятные бонусы. Не упускайте свою возможность и не теряйте время. Регистрируйте свой аккаунт на самом топовом КРМП мобайл проекте. И, конечно же, не забывайте про мой промокод хэштег Лоренза. Чин! Лови, братуха! Даун? Вроде нет, а что? Чин 1000! Не-не, чин стоит 15 000! Нах, иди! Я-то пойду, а ты не поедешь. Чин! Ты ебан! Да вроде нормально. Чин! Нету денег. Ну давай попробуем за 10-ку. О, плюс 10к, изи бабки. Чин 500! За 500 нету, только 15 000. Чин 500! Ебать! Нет, проще до АЗС съездить. Ну едь. Почини. Дурак? Нет, я норм. А зачем 15к ставишь? Ну, я зарабатываю как бы. Ну и стой, зарабатывай, ебать. Ну и буду стоять и дальше зарабатывать. Чин 100! Ха, ничего себе придумал. Чина за 100, братишка, нету. Чин стоит 15к. Дешевле нету. Даун? Я нет. А ты? Я ж 15к могу купить 10 ремок. Ну, купи. Чин 1к. 1к. Первое слово дороже второго. Ну, видимо, не совсем он согласен чиниться за 1к. А чё, я вообще не против. Чини. Норм цену. Ну, братан, у каждого норм цена своя, а у меня норм цена это 15 тысяч. 15к норм цена, брат. Нет? Не, ну вот что он обзывается? Сам сказал, чини за норм цену. Для меня 15к за починку норм цена. Не, ну а чё? Чин за 500, ПЖ. 500 не могу, только 15к. А за сколько? За 15 тысяч. Нифига себе, чё так много? Совесть не позволяет меньше чинить. У тебя чиниться никто не будет. Ну это мы еще посмотрим. Чин! Пипец! Норм чини! А я чё, не норм чиню? За 15к пипец! За 1к кинь! Не, 1к пипец прям! За 4! Ну, в принципе, за 4к тоже можно починить. Сторговались, так сказать. Иди нах тогда! Зачем тогда устроился, если чинишь дорого? Зарабатывать денежки. Иди в крупье работай, ты же чинишь дорого! Ну, вообще-то, где хочу, там и работаю. Мне нравится автомехаником. Чин! Дурак? Нет, а что? Чин! Фига себе, 15к! Давай 5к! Ну, почему бы и нет? ПЖ, чин! 15к? Да. 1000 ПЖ! Ты на гелике, чё, жалко 15к на ремонт? Нахуй иди! Чини! Ты каких 15к? Ха-ха-ха! Чин! Какие 15к? Брат, чин 1к! За 1к не могу! Только 15к! Брат, нет, чин! Опа, плюс 15! Чин! 500R! 500R не могу! 1500! Только 15 тысяч! Дура! Сам такой! Отъедем? А давай! Ща посмотрим, что он мне сделает, если мы отъедем. Если он сейчас меня задымит, это будет фатальная ошибка с его стороны. Потому что я это терпеть не буду, я зайду на свой админ аккаунт основной и накажу его. Так, вышел из машины, ага, и что будет делать? 1500R! Фатальная ошибка, братуха, фатальная ошибка максимально. Просто, чтобы вы понимали весь абсурд ситуации. Я ему не настаивал, что я хочу его починить за 15 тысяч. Я просто ему отказал в починке за 1500. И он решил за это меня задемить. Вот так вот он решает свои проблемы. За что? Нет, ПЖ! За что? Зачем механика? Он чинил за 15к! Дай второй шанс! Молю! Это дает вам право его... Эх, я не буду так больше! Изменюсь! Буду помогать! Пожалуйста! И не будете больше так решать вопросы? Да!
Он вам просто отказал в починке за 1500. Он не заставлял вас чиниться за 15000. ПЖ, может в Демарган на 30 минут? Я заслужил. Верно, посидите в Демаркане и подумайте. Так с новичками больше не буду, обещаю. Чин 500, пожалуйста. Я не могу за 500 починить. А сколько? Как бы я ни пытался, руки сами 15000 набирают. Чин! Опять нету денег. Ну хотя бы 5К-то есть, только 500 рублей. Чин, ПЖ! Опа, плюс пятнашка. Чин, ты охуел? Чини за 500! Нет, за 500 не чиню. Ты долбой... Нет. Ремка 790 стоит, даун. Ну купи ремку. Чин, ты меня заеб... Ты считаешь, немочь? Ты чё, ебать? 1К! Не могу 1К! Минимум 15! Врёшь? Не вру! Другие по 1 рублю чинят! Ну то другие, а то я! Чин! Опа, плюс пятнашка. Кажется, он не очень доволен, что он починился за 15000. И чё, чел, ты меня сейчас задемишь? Передумал, как будто бы почувствовал. Да вези, пыши! Не, тебе в такси. Сравни свою пукалку с моей волыной. И чё? Ну давай, 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 сделай это. Так, не понял, это чё за конкуренция? Чел, тебе тут чё надо? Я так думаю, с ним у меня каши сварить не получится, поэтому у меня есть для него гениальное предложение. Короче, я хотел предложить ему 100 косарей, чтобы он отсюда ливнул, а он и так уехал. Ну вот, кстати, вернулся. Походу, он заметил мое предложение. Давай! Блин, язык мой враг, надо было молчать. Спасибо, бро! Ну все, конкуренты устранены, теперь можно спокойно работать. Сейчас поработаем, блядь. Чин! Ебко! Нет, чини 500. Не могу, могу только 15000. Осуждаю. Чин! О, плюс 15, а вот это я понимаю. Мажорчик. Чин! Опа, плюс еще сразу же 15. 30 кусков буквально за минуту. Так, этот чел вернулся и, видимо, недоволен. Ебан! Нет. Нет. Лег 500. Могу только 15000. Чин. Долбоеб. Нет. Хуйсоса, ответ. Не стойте, он 15 кидает всем. Чин 500. Нету чин 500. Есть чин 15000. Гений? Да. Соси хуй, дура ебаная. Чин 500. Нету чин 500. А сколько? Есть чин 15000. Ты дебил, ебать. Я нет. Лег. Уеб. Без родни. Чин. Даун. Нет. За 500. Нет. Ну, урод. Чин стоит 15000. Ебать его нахуй. Этого чучелу. Ебать нахуй. Уебать. Ебать его. Выберись из жизни, сирота. Какие вы добрые. Ебать его. У меня дигла нету. Нахуй пошел. Уебать пещерная. Ебать его. 15к на ремку жалко. Короче, происходит такая ситуация. Вот эти двое пытаются меня вытолкнуть из зеленой зоны, чтобы вот этот меня задемил. Ну давай, я сам выйду. Гоу, делай. Главное, чтобы он об этом потом не пожалел. Ух ты, Ярик Лапусев. О, фатальная ошибка, Кент. Добрый день, уважаемый игрок. Здравствуйте. Зачем ДМим механика? Давайте бан. 15к просил. Чел, зачем? Просил, но не заставлял же вас чиниться. Не угрожал вам никак. Ладно, хуй сделал. Давайте бан. Ну, бан, к сожалению, не могу. Только Демарган. Надеюсь, вы одумаетесь и больше так не будете. Хорошо. Конечно, по-хорошему я тоже считаю, что тех, кто меня пытался вытолкнуть из зеленой зоны, надо наказать. Но, к сожалению, не за что мне их наказывать. За оскорбление в свой адрес я не выдаю никаких наказаний, потому что на это я сам провоцирую игроков. Но вот на ДМ я никого не провоцирую. Ну и небольшой конкурс на 500 биткоинов на абсолютно любом сервере Black Rush. Условия для участия максимально простые. Вам необходимо оставить лайк под этим видеороликом и написать в комментариях свой ник и сервер, на котором вы играете. Победителя я выберу уже в следующем ролике.